Я занимаюсь SMM. Итак, скажите, Евгений, пожалуйста, вы пропагандируете ЕБШ 24/7, 365. Скажите, пожалуйста, как вы распределяете свое время, чтобы преуспевать во всех сферах своей жизни и быть счастливым? На первую часть вопроса отвечу. Я равномерно распределяю все свое рабочее время. Кто смотрел выпуск Big Money с Маргуланом Сесенбаем, он дал очень классную рекомендацию. Он сказал, невозможно за 2 выходных отдохнуть и восстановиться максимально. Как и невозможно за 5 дней выполнить все задачи, которые возникают в течение недели. Потому что каждый из нас инвестор. Каждый из сидящих в этом зале каждое утро просыпается и инвестирует время, энергию и деньги в свои бизнесы. И как мы будем распределять эти инвестиции, только наша задача. Только мы знаем, что уделяя внимание главным вещам, мы можем вырастить бизнес. Если вы хотите сказать, что можно отпустить какой-либо процесс, то я вам рекомендую проэкспериментировать. Отпустите любой второстепенный процесс своей компании, и вы с удивлением через полгода обнаружите, что он уничтожен. У него нет результатов. Проэкспериментируйте. Растет только то, на чем вы сосредоточены. Потому что главная валюта сегодня – это концентрация. При том огромном количестве гигабайтов информации, которая провалится через нашу голову, главная задача – сконцентрироваться на главных вещах. Поэтому я стараюсь, отвечая на ваш вопрос, распределять свое время равномерно. Я работаю и в субботу, и в воскресенье. Но в то же время нужно держать себя в тонусе, нужно быть максимально готовым, нужно заниматься спортом. Потому что жизнь предпринимателя, в двух словах, если сказать, это, опишите свою жизнь предпринимателю, говорят, кассовый разрыв, отвечает он. То есть перед нами все время стоят какие-то определенные задачи, но и в то же время универсум бесконечно подбрасывает нам какие-то возможности. Мы не можем быть не готовы, когда у нас есть возможность. Когда споткнулся наш конкурент, когда у нас есть возможность поглотить своего конкурента, захватить долю рынка, когда у нас есть возможность провести правильно переговоры, мы не можем быть физиологически не готовы. А значит, в любой момент мы должны на 100% соответствовать ситуации, потому что очень часто люди думают, что таких ситуаций будет много. Но универсум внимательно относится к тем людям, которым дали возможность, а они им не воспользовались этим шансом. Почему? Может быть, он был простужен. Может быть, у него было плохое настроение. Может, у него было вот это вот жуткое слово «прокрастинация». Если ты утомлен, ты занят не своим делом. Если ты занимаешься то, чем ты любишь, ты горишь. Тебя невозможно остановить. И как тогда размышлять с собой, когда тебе отдыхать? Ты не занимаешься работой. Это твой фэн. Ты кайфуешь. Ты горишь. На тебя смотрит команда, на тебя смотрят потребители, на тебя смотрят твои поставщики, и все заряжаются твоей энергией. Это ты, значит, занят своим делом, своим любимым делом. Тем делом, которым ты оставишь своим детям, за которое не будет стыдно. В любом месте можно будет сказать, это мой бренд, это моя компания, это я ее сделал, я этим горжусь. Распределяйте время таким образом, чтобы нагрузка ложилась в течение недели равномерно. Уделяйте главное внимание главным вещам и попытайтесь сосредоточиться на том, что вы хотите, чтобы максимально выросло. Внимательно таблицами обкладывайте любой процесс, смотрите на цифры, потому что управлять можно только тем, что можно измерить. И у вас точно все получится. Только вперед.